Сабалар, хайыр, Киевте саат 7 бучок, бүгін Кырмыжгалының 747-ші күні кетмекте, эфирде заман, студияда сіздерінің мен Шевкет Аматулаев, селем лайым. Путин рус ордысыны Сурияден чыгарылмасына эмір берді. Бу ақта утыневын ақшам тышышлер ве Мудафан Азерейле өткерілген Корышев девамында сеслендірді. Орды бүгінден башлап чыгарылмақ керектір. Лякин эвелден Тартус ве Хмеймим шеерлерінде олған рус базалары қалажақтыр. Путиннің сөздеріне көре Сурияде қойылған мақсатларына ирішкенлер. Сурияге руслар кечкен сене сентябрінің сонында кірген еді. Андай сасен учақлар вастасынен дженклештілер. Мудафан Азира берген малыматқа көре арби учақлары ең азындан 9000 кере бомбаламақ үчін вазифеге чыққанлар. Анда чеші түрлі селяларына қоланы баққанлар. Впервые были осуществлены массированные удары высокоточным оружием на дальности более 1500 километров, как ракетами, как воздушного, так и морского базирования. Установлен контроль над нефтегазовыми полями вблизи Пальмиры. Три больших поля, которые на сегодняшний день приступили к функционированию в повседневном режиме. На территории Сирии уничтожено более 2000 бандитов, выходцев из России в том числе. Считаю, что задачи, поставленные перед Министерством обороны и вооруженными силами, в целом выполнены. Поэтому приказываю министру обороны с завтрашнего дня начать вывод основной части нашей воинской группировки из Сирийской Арабской Республики. Түркиеде теракт құрбанларынен ведалашалар. Түневін Анкарада 17 инсанны дефін еттілер. Базар күні 100 берген патлавда 37 инсан еляк олды, ең азындан 125-ші яраланды. Акимет қабатына Түркиеде яса қолынған Курдистан Иш партиясына ташлады. Онға яқын шекленген инсан яқаланған. Анкара сакинлері шымды қорқу алда соқақларға чықмамаға ве нақлиенен қолланмамаға тырышалар. Ben tekrardan oradaydım, donmuştum böyle, korkudan bekliyordum simit tezgahında. Ondan sonra ben tekrardan şeylere doğru koştum, yaralanlar onlara doğru koştum. Otobüsün içinde hep yanıklar, elleriyle böyle tutulmuş, yanmış insanlar vardı. Yerlerde et parçaları vardı, yani insanların parçalanmış anlarını gördüm. Polisler geldi, zaten etrafını komple kapattı. Ben hala içerideydim zaten, içeride yaralılara yardım ediyorduk, ambulanslara bindiriyorduk. O anda zaten bir şok olmuştum, konuşamıyordum. Hala şu anda zaten şoktayım o anı gördükten sonra. Tabii haliyle tedirgin oluyorsunuz. Sadece kendiniz için değil, aileniz için de, yakınlarınız için de tedirgin oluyorsunuz. Yani inşallah bu işler çok kısa zamanda son buldurulur. Hepimizin de hayati tehlikesi söz konusu. Şu anda yürürken, ederken herkes tedirgin. İnşallah son bulacak bunlar. Ярмада ишгалинден сон Крым татарларынын акларына бозган инсанлар чегоз жедвелине кирсетилечек. Бу акта мижлис рейси Рифат Чубаров билдирди. Онун сөздөрүнө көре бул тинтүүлөр кечирмеге, апске алмага, махкемелер кечирмеге уруксат берген ишгалчы акимиятынын хадимлеридир. Эвелси эсе Савченко жедвели пайда болду, анда биринчи олорак Путин көстөрүлдү. Я думаю, что здесь очень много будет указано в этом списке сотрудников карательных органов, которые участвовали в преследовании людей по 26 февраля 2014 года. Тех, кто встречал Мустафу Джемилева 3 мая 2014 года на административном кордоне, обязательно будут все те, кто выписывал ордера, кто реализовывал обыски, задержания в десятках домов крымско-татар. Но с этим списком мы будем выходить, в том числе по своей инициативе, разумеется, и через государственные органы Украины, но и по своей инициативе ко всем государствам, к их правительствам, для того, чтобы эти люди преследовались по законам и их государств, как минимум, чтобы они не допускались на территорию этих государств, как люди, которые отмечены в участии в преступных деяниях. Ярмаданы Украина өз эркенине 3 усулунен кайтара биле. Бу акта Крым Реалий эфиринде эксперт, тарихчы ве Украина Милли Хатыра институтунун азасы Сергей Громенко билдирди. Онун сөздөрүнө көре, Украина үчүн эң пайдалысы агрессорго гарби мамлекеттеринин дипломатик ве иктисадий басуудур. Первое, условно хорватский сценарий, когда окрепшее государство с боем у ослабевшего отбирает свои территории. Не уверен, что в ближайшее время это нам под силу. Второй вариант, это вариант условно кувейтский, когда западные союзники собираются силами и выносят агрессора.
ближе к реальности, но тоже чуть дальше от нас. И третий вариант, который условно можно назвать синайским вариантом. Давление дипломатическое, экономическое на агрессора приводит к тому, что агрессор говорит, ну ладно, хватит с нас, вот забирайте свою землю, только давайте мириться. И Египет получил свой Синай без боя. Хотя до этого попытка вооруженным путем его отобрать провалилась. Поэтому я думаю, что у Украины есть из чего выбирать и есть на что ориентироваться. Освобождение Крыма — это не только вопрос территориальной целостности Украины, но и самоопределение крымских татар главным образом в том числе. В Крыму есть, ну, грубо говоря, собственник этого полуострова, крымско-татарский народ, но также крымские краимы и крымчаки, которые имеют право на самоопределение. Крым студентлері Украина оқу йұртларына кечмек үшін кеңес әдейлештірілген система бойынша пайдалана білежектер. Бұл система 2014 сенесінде чалышайды, ләкін кечкен сене ләғу етілді. Киевте оқушына девам етмек үшін Крым студентлері ве сәкінлері Ярмадыдаки оқу йұртларындан шығарылмақ керек еділер. Шымды нелер япмақ керек олғанына бізі мұхбірлеріміз өгренді. 2014 сенесінден берле тахминен 8000 студент Ярамаданы тең кетіп, Қытай Украинаның оқу йұртларына оқымаға кірді. Оларының арасында Рустем Имиров де бар еді. Для меня это был очень сложный выбор. Я практически около двух месяцев только переписывался, узнавал все подробности. Украина әлі оқу йұртына ауышмаға Рустемге көшкенлерінің меселелерінен ұғарашқан жұмат тешкілетлары ярдым етті. Студент к окончанию учебного года в ВУЗе на территории Крыма берет с ВУЗа справку, академическую справку о количестве предметов, которые он прошел, подтверждение того, что он закончил этот курс, был переведен на следующий, к примеру, либо же закончил этот семестр и переходит на следующий, и обращается с этими документами, с, ну, со своим паспортом в тот высшее учебное заведение, которое находится на материковой части Украины. Рустем академик Весехасына кетіріп, керекті емтянларына тапшырды. Векиев Мили университетінің студенті олды. Вроде с Крыма я здесь сдавал еще предметы, те, которых не было у меня в Крыму. У меня составил их целый список, около 20 предметов. Да, это как бы вызвало определенные сложности на самом деле, когда в процессе адаптации в Киеве нужно было еще применить максимум усилий в плане учебы. Крымсоз тешкілетінді айтқанларына көре, Украина оқу йұртларынан Крым студентлерге ярдым етмеге ақылары бар. Бұна бақмадан зидетлерін кемірді чықа. Ләкін эксерияларда олар анлашмамазлықнен бағылыдыр. Я советую, во-первых, обращаться вот, ну, к примеру, к таким организациям, как наша, да, и сначала консультироваться с юристами, возможно, через юристов коммуницировать с вузами, потому что часто бывает так, что студент не может, ну, правильно объяснить, что он хочет, донести правильно мысль до деканата. Садилештірінген қайделер бюджетті оқыған студентке бюджет ерінге ауышмаға ұрусет берген. Коммерцияда оқығанларға есе контрактаки белгіленген пара көлемінің сақланмасыны кефилетілі. Роман Спирдонов, Асан Эминов, Заман, АТР. Күнкүнден Ақмежеттеке Қырым автоинспекциясы оғынды невбетлер еп арта. Аргументы неделі Крым порталы чықарған видеода көрінеке, араба сырасы бірқач километрге созылды. Ижғалча кемета апрелінің бірінден Украин Весихаве номераларына, Рус Весихаве номерасына деңіштірмеген айдавжыларына, жезаламаға ве атта айдавжы Весихаларына тұтып алмаға ишандыра. Шахси арабаларда юрген айдавжылар, айдавжылық весиқаларына, рус весиқаларына деңіштірмеге мечбурды келлер. Бұ ақта Қырым автоинспекция идария елбашысы білдірді. Оның сөздеріне көре деңіштірмек ичон сонки кунда кесілмеді. Айдавжылық весиқаларына тек шыркет ве девлет құрылышында чалышқан айдавжылар деңіштірмеге мечбурдыр. Бұл оқтада яйынымызды екінлейміз, 11 бұл жұқта чықа жақ заман яйынны қачырманыз көрішкенде.